Ahead, Heru. Haamun, Seti, Yeren, Tu, Genet. We have sit. Hi, Bess. Uh huh. Uh huh. Нельзя убивать на глазах у детей. Что случилось? Кто это? Неф. Дети звали его отцом. Это его дом. Это его дом! Ты ранена. Мне наплевать. Сегодня эта римская дрянь отплывает в Александрию. Помоги мне скормить ее морским тварям по кусочкам. Я пойду сам. Думаю, из тебя достаточно крови. Это мой долг! Твой долг стоит того, чтобы оставить детей без защиты? Уничтожь ее имя, Баек из Сивы. Нужно торопиться, или эта тварь покинет Мемфис. Сену быстрее меня найдет корабль с ярким парусом.
باهتي تبخت خروف Какой-то поганец забрался на мой корабль. Теперь ковид отмщена. Ее ярость утихнет. Кемер Уэн Несу. Хуи Иру. Туэр Песуэф. Что за пьянь какая-то? Убьешься. Эй, так. Ты что, совсем глупый? Прости, Неб, но, к сожалению, вход в святилище сейчас закрыт. Я подожду. Как тебя звать? Байк из Сивы. А, да, мы ждали тебя. Заходи, но прошу, не мешай обряду. Мы точно вспомнили все части ритуала? Уймись уже, наконец. Не сомневайся, если умрет наше дитя,
Я тоже. Нет, мой Лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому провидца. Не трогай меня. Жрец. А, Баек, ты прости, я... Я ищу ящерицу. О, ящерицу? Еще одно несчастье Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык Апис болен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. Паш! Апис! Что же мы сделали не так? Паш! Проклятье коснулось и моей семьи. В этом году трое наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и этот... Я займусь этим проклятием. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой. Моя жена доверяет этому странному провидцу. Думаю, она пошла к нему. Прости же, свет! Приди же, свет! Мое дитя! Наконец ты пришел! Кто это такой? Это Избавитель! Долгие годы я ждал его! Что? Ты... Спаси мое дитя от верной смерти! Давайте начнем ритуал. Принеси мне котел! Я повелитель того, что скрыто. Бесплотный дух, что парит в вышине. Я слуга великого бога, что дарует чудесный свет. Я верный спутник пламени. Сотис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, да откроются их глаза. Да откроются твои глаза.
Горы песка. Что это за проклятое место? Кто это там? Что это? Вроде гробница. Нужно идти, или я сгину в песках. Идти на свет. Нужно идти, или я сгину в песках.
Анубис, царь мертвых. Может, старик меня отравил? Да! Нек! Яд! Капоп уязвим. Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Я тот, кто прогонит разрушителя. Ра, защити! Ты не сожрешь мое сердце! Беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Ибо я тот, кто вяжет узлы и хранит святилище. Я тот, кто прогонит разрушителя. Он слабеет. Ты не сожрешь мое сердце! Я тот, кто прогонит разрушителя. Вот и славно! Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо! Я не дамся тебе, разрушитель! Око Ра направит меня! Поп разрушит Дуат. Поищу твердую землю. Познай ярость Бога Солнца! Нет, я не отправлюсь в долину тьмы! Thank you.
Окунись в море хаоса! Мое время не пришло! Познай ярость Бога Солнца! Поищу твердую землю. Мое время не пришло! Что это, папа? Папа? Я прошел через гробницу, через тьму и мрак. И вот я здесь. Я пришел. Эй, папа! Я великий охотник Орион!
Они вернулись, спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Не ешь пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя. Избавь Мемфис от его черных дел. Хвала тому, кто спасет всех нас. Пак Яндешер. Захочешь поговорить о своем видении? Приходи, когда наступит момент. Спасибо. Мечет Керл, интерет Капеш. Эх, сук, айна фарекрес, сэшаш, уэн пати. Баки. Айя! Любимый. Как ты? Как же я рад тебя видеть. Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Байк. Жену верховного жреца отравили. Провидец считает, что ее отравил наш враг. Ящерица? Думаю, да. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Идем, возьмем лодку, так быстрей. Ну, расскажи, каково это быть Меджаем всего Египта? Порой это все равно, что следить за муравейником. Но я рад помогать людям. Я тоже. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом? Да. Рассказала о прибытии царицы. Она едет в Мемфис? Да. Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. Как я счастлива тебя видеть, Байк. Айя, только ты еще греешь мое сердце. Будь рядом со мной. Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны. Но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Я обещала царице. Почему она так важна для тебя? Она поднимает мой взор к небу. Я буду помнить о нашей утрате вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби, чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Мемфис. И я за тобой. Поохотимся так же, как раньше. Ты говорил, что твой разум тревожит сны. Хочешь о них рассказать? Нет. К чему тебе тревоги? Ну, когда-нибудь мы поговорим о них. Позже, когда все уляжется. Когда все уляжется. И когда же? Скоро, надеюсь. Хохертиан,
Ник Эллис сожирает. Эй, не зли меня, собака. С чего начнем? Пойди осмотри храм, а я поговорю со жрицами. Конечно. Грязная работа мне. Лучший выход насквозь. Косточки. Отцовская скотина от них дохла. Нужно обыскать место, где хранится корм. Я найду тебя, отравитель. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Косточки. Если бы Каписа кормили ими, ясно, почему он болен. И ожерелье. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения на шее. Приветствую, Осин. Так я и знал. У одной из жриц нет ожерелья. Давно вы служите в этом храме? 2 месяца, с тех пор, как избрали быка. Я служу Клеопатре, и она желает Апису процветания. Расскажите, как вы проводите день? Каждый день одинаков. Сперва молитвы, затем подношения. Хитрый способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна, может, но не Буши. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата! Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль! Но как иначе? Мы бы... Что-то не так. Это не проклятие. Это явно дело рук Ордена. Иди в храм, Хатор, без меня. Я не могу оставить жриц. Ник Эннис сожирает. Имя Эркурия. Демет не стие. Они хает. Эй, ты! Умри! Продолжай! Нашел! Должны здесь заметить.
Эй, что? Стража держит ухо востро. Вина от вас явно не дождешься. Так может быть, воды получите? А может, я тебе...
Место хорошо охраняется. Ты Панкрат? Да? Да! Боги прислали храброго воина спасти меня!
Ты ранен. Я донесу тебя. Маханахет, Уайт Амунвахасу, Нардиу, Студхирет! Имехет, мы да спасем! Расскажи о похищении. Не хочу говорить об этом на людях. К тому же от боли я совершенно лишился сил. Это мой дом. Здесь безопасно. Давай поговорим. Не хочу посвящать сестер в детали моих злоключений. Ладно. Похитить меня приказал жрец Анубиса из Великого Храма. Это человек Пашерент Птаха. Где его найти? Он носит синий шарф и жутко кашляет. Ящерица. Он заплатит. Панкрат! Ты ранен? Они тебя били? Меня связали. Давали немного хлеба, будто нищему. Ну? Похоже, ящерица. И мне снова придется обогреть руки кровью жреца. Орден повсюду. Чтобы защитить Египет, я готова убить и тысячу жрецов. Мы с тобой избрали насилие. Раз и навсегда. Расскажу Пашерин Птаху. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. На перегонки, как раньше, в Сиве? А, если готова проиграть. Каков болтун! Ты возьмешь свои слова назад. Догоняй! Каков приз за победу? Ты никогда не узнаешь. Ты медленнее Рамзеса, а он уже пару лет как мертв. Ты скоро отстанешь. Правда? Прочь, прочь! Разойдись! Ну, быстрее, быстрее! Я должна ему доказать.
Похоже, я все-таки победил. Похоже, так. А, у всех свои слабости. Да. У тебя, например, к бахвальству. Что еще за шум? Царица будет говорить. Идем послушаем. Пока он правит, боги проклинают нашу землю и не позволят Нилу разлиться. Но когда богиня во плоти займет место на троне, воды вновь поднимутся. Верьте мне, и Мемфис воссияет, как рубин в обрамлении золота. Верьте мне, и Египет возродится! Их нельзя терять. Для них я должна оставаться богиней. Царица, скажите, бык Апис все еще болен? Мы нашли причину болезни. Он отравлен. Кто это сделал? Жрицы-близнецы. Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу, нет. Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хетепи? Ну это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. Даже Хетепи против меня. Твоя семья была в опасности. Но это позади. Верь, мы справимся. Жрецы Анубиса будут проводить обряд в Великом Храме. Ищи их маски. И мой клинок найдет свою цель. Нет. Дай я. Мне все равно, кто убьет Хетепи. Он должен быть мертв до нашего отъезда в Гераклеон. Стой! Да вдохнет Птах-отец силу в твои руки. Не сожрет.